Hello, Angela. Hello, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. How are you today? I'm great too. Thank you for your questions. И давайте еще с ребятами практикуем это трудное слово. Thank you. Thank you. Yes, язычок, ребята, вперед. Губы растягиваем, как будто улыбки. И звучит этот очень трудный звук. С. Thank you. Thank you. Good. И я прошу, I ask my assistant Angela to tell us what happened in a previous chapter. Что произошло в предыдущей chapter, главе? Касим пошел, ну, ведь Али-Баба ему рассказал, как пройти к золоту. Mm-hmm. Вот, и Касим пошел, он нашел гору. Сказал правильное слово Open Sesame, Сезам, откройся. Okay. И пошел туда. Увидел столько золота, что не мог думать ни о чем, кроме золота. Good. Потом, когда он хотел выходить, он забыл слова и перебирал разные коды. Okay. Когда пришли разбойники, они его зарезали на 4 куска. Mm-hmm. Чтобы кто вошел, испугался. Yes. Жена Касима очень заволновалась за него. А, всю ночь прошла, его все не было. Угу. Да, и он попросил, она попросила Али-Баба, чтобы он пошел, посмотрел, как там ее муж. Замечательно. И он идет в эту пещеру. С этого момента мы и начинаем. Ready? Ready. So Али-Баба took his two donkeys and walked all night. So Али-Баба took his two donkeys and walked all night. Итак, so Али-Баба взял своих двух осликов. У того 20 было, а этот у двух. И пошел. Шел всю ночь. In the morning he came to the mountain. In the morning he came to the mountain. Translate. Утром он подошел к горе. Open sesame, he said, and the cave opened. Open sesame, he said, and the cave opened. Translate. Сезам, откройся, сказал он, и пещера открыл. He saw the four pieces of his brother on the ground. He saw the four pieces of his brother on the ground. Очень хорошо. Brother. Brother. Опять звук, ребята, попался непростой. Brother. Brother. И он увидел четыре разрезанных куска брата on the ground, на земле. The 40 thieves did this, he thought. The 40 thieves did this, he thought. Oh, браво, he thought. He thought. Вот видите, как мы каждый раз это повторяем, и все получается у моей помощницы лучше и лучше. Думаю, что и у вас будет так же здорово получаться. He thought. He thought. Это 40 разбойников сделали, подумал он. Where are they now? Where are they now? Где они теперь? Perhaps they'll come back. Perhaps they'll come back. Возможно, они вернутся. Perhaps. Perhaps. Возможно. Может быть, они придут. I have to be quick. I have to be quick. Я должен все сделать быстро. Quick. Repeat. Quick. Quick. Quick train. Quick train. Какой поезд? Быстрый. Окей. Quick plane. Quick plane. Какой самолет? Быстрый. Good. He put the four pieces of Kasim into a bag and went home. He put the
four pieces of Kasim into a bag and went home. Translate. Он все четыре части Касима положил в свою сумку и пошел домой. Али Баба didn't want people to ask questions about Касим. Али Баба didn't want people to ask questions about Касим. Но Али Бабе не хотелось, чтобы люди задавали вопросы относительно Касима. Why is Kasim dead? Why is Kasim dead? Почему Касим мертв? Who killed him? Who killed? Кто убил его? Where? Where? Где его убили? How? How? Как его убили? Очень здесь хорошо. Выдыхаем. How? How? Wonderful. How? How? He didn't want everybody to know about the cave. He didn't want everybody to know about the cave. И он не хотел, чтобы все знали про пещеру. Kasim had a very clever servant girl, Marjana. Kasim had a very clever servant girl. Marjana. Marjana. У Касима была очень умная servant, служанка, repeat, servant. 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 Служанка Marjana, но servant мы это слово знаем из Jenny's Castle. Там прибыла новая служанка, и в замке стали происходить неприятные вещи. Ты помнишь? Да. Repeat. New servant. New servant. Ну, и здесь тоже была служанка, но в отличие от той, она была очень умная и очень полезная. Сейчас ты об этом узнаешь. Marjana always knew the answer to a problem. Marjana always knew the answer to a problem. Marjana всегда знала ответ на проблему, знала, как найти ответ к проблеме, как решить вопрос. She went to a doctor in the town. She went to a doctor in the town. Она пошла в город к доктору. Please, sir, she said to the doctor. Kasim is very ill. Please, sir, she said to the doctor. Kasim is very ill. Пожалуйста, господин, сказала она доктору. Касим так заболел. Please give me something for him. Please give me something for him. Translate. Пожалуйста, дайте мне что-нибудь. Что-нибудь для него. In this way, the story quickly went round the town. In this way, the story quickly went round the town. И таким образом история quickly. Quick, а здесь как? Quickly, быстро. Там quick какой, quickly как, быстро. И таким образом эта история быстро стала распространяться по городу. А каким образом? Вот таким. Kasim was very ill. Kasim was very ill. Вот что стали думать люди о Касиме. Вот какие слухи пошли, что он очень болен. The next day, Marjana went to the doctor again. The next day, Marjana went to the doctor again. Translate. На следующий день Marjana пошла к доктору, но опять пошла к доктору. Later that day, Kasim's wife and Marjana began to cry loudly.
letter that day, Kasim's wife and Marjana begin to cry loudly. Loudly. Громко. Cry. Плакать. Плакать громко. Cry loudly. И позже, в этот же день, жена Касима и Марджана стали громко-громко плакать. People in the houses near Kasim's house heard them. People in the house says near Kasim's house heard them. И люди в домах не около дома Касима услышали этот плач. Listen, people said. Kasim's wife and servant are crying. Listen, people said, Kasim's wife and servant are crying. Translate. О, послушайте, сказали люди. Жена Касима и слуга плачут. Kasim was very ill, and now he's dead. Kasim was very ill, and now he's dead. Translate. Kasim очень сильно болел. Болел, он умер. Now everybody knows Kasim is dead, said Alibaba. Now everybody knows Kasim is dead, said Alibaba. Translate. Everybody. И теперь все, everybody, все знают, почему Касим умер. Что Касим умер? Они знают, что он болел, и он умер из-за болезни, как будто. But he's in four pieces. But he's in four pieces. Но он же разрезан на четыре части. We can't put him into the ground. We can't put him into the ground. Мы не можем его, ground, земля, таким образом похоронить. People will see him and ask questions. Why is Kasim in four pieces? People will see him and ask questions. Why is Kasim in four pieces? Translate. Когда люди увидят эти русские, они будут задавать вопросы. Почему Касим разделен на четыре части? Who cut him into pieces? Cut him into pieces. Кто разрезал его на четыре части? Where? Where? Translate. Where? Где? Где это произошло? Very nice reading. Но дальше мы почитаем в следующий раз. Thank you, Angela. Thank you so much. See you in a sec for a grammar section of our lesson. Bye.